Приветствую вас, мои дорогие друзья, гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Хочу показать в этом видео обзор своих растений, которые цветут в моем саду на начало сентября, друзья. Хризантема, конечно, не такой пышный вид имеет, потому что цветущие кусты я срезала на букеты к 1 сентября. Перед вами роза «Розариум Ютерсон». Она у меня только второй год, поэтому еще не такая большая. Вот такие красивые, густо-махровые, набитые цветоносы. Очень великолепный сорт. Его можно формировать как плетистую, так и кустовую, друзья. Цветет хризантема «Белая Москва». В этом году она у меня в основном пошла вся в букеты. Это те цветоносы, которые распустились чуть позже. Очень красивые из белых расцветок. Моя самая любимая, друзья, хризантема. Сейчас покажу. Начинает распускаться тоже белая хризантема Гомпи Вайт. Сейчас вы ее увидите. Вот такой большой куст, высокорослый, под 90 сантиметров. Очень хорошо показал свою бутонизацию, но цветение только-только наступает. Вот первый цветонос, она не чисто белая при распуске, показывает немного вот такую желтоватую серединку. Потом, когда полностью распустится, будет очень крупный, красивый белый цветонос. Красивая хризантема, сорт великолепный, очень хороша для формирования цветов, друзья. Бархотки цветут, придают солнечный яркий вид этому участку. Вообще бархатцы очень люблю, но больше все же мне нравятся низкорослые виды. В сочетании с бархотками на этом участке цветет великолепный сорт подсолнечника, декоративный подсолнечник, называется «Мишка на севере». Очень мне помог тоже формирование букета к 1 сентября, смотрелся очень оригинально, друзья. И красиво. Посмотрите, какие небольшие, но очень красивые цветоносы. Это только распускается. Вот этот уже отцвел, друзья. Они небольшие, но яркие, солнечные, густо набитые. Особенно это пошли боковые побеги. Центральный побег был срезан на букеты, а вот такие маленькие, небольшие идут уже из пазух листьев и наращивают вот такой тоже красивый цветонос, друзья. Поздние сорта хризантем еще не зацвели. Цветут сейчас в данный момент только ранние и средние. Вот такие шаровидные кустики наросли. Бутонизация очень хорошая, но посмотрим, когда зацветут, в каком месяце поздние сорта. Плетистые розы, они уже пустили бутоны, наверное, уже в третью волну цветения, потому что все лето я срезала цветы на букеты. И мне, конечно, помощником не только чайно-гибридные кустовые, но и также плетистые. Потому что плетистые есть, они прямостоячие и очень хорошо держат форму в букетах. На дальнем плане я высаживала петунью черенки. Опера Вайт. Вот так она цветет в открытом грунте. Вот такой островок у подножия. Рядышком зацветает эльф Йеллоу. Шаровидная мультифлора хризантема. Вот так только начинает распускаться, друзья. Хотя в прошлом году, но год от года есть разница. В прошлом году в это время тоже уже в начале сентября они цвели. Даже некоторые были обильнее цветения по сравнению с этим годом. Роз у меня очень много. В этом году еще прибавятся некоторые сорта. Мне идет посылочка с розами. И тогда, когда получу посылочку, обязательно вам расскажу распаковку. Покажу, вернее. Великолепный цвет. Посмотрите, как красиво смотрится тоже эта роза. Рядышком у подножия цветет вот такой георгин шаровидный, низкорослый. В этом году поздновато начинают цвести астры, друзья. Потому что по сравнению с прошлым годом я выращивала астры несколькими способами. И мне понравился очень способ подзимнего посева. Показываю вам вот этот подзимний посев. И пока понравился мне метод посева астры в мини-тепличку. Вот, наверное, на следующий год я также и сделаю, друзья.
Хризантема, не знаю сорт. Я ее называю светло-сиреневая, потому что я не знаю, камера передает или нет, но этот сорт, он великолепно зимует. Я не знаю, где даже я его приобрела, уже не помню. Он мне давно, этот сорт. И посмотрите, какие красивые. Высокие, во-первых, на высокой ножке. Красивые расцветки. Здесь присутствует и розовый, и сиреневый, и белесый. Вначале, как только расцветает, он более темный. И при полном распуске как будто бы светло-светло-сиреневый. Отцвела моя гортензия. Она была насыщенная розовой. Кто подписан на мой канал, видели видео, был великолепный сорт. Это крупнолистная гортензия. Первый год она мне перезимовала. И уже вот такое цветение дала. Совсем маленькую. Она низкая, может быть, сантиметров 10 всего. Но были такие крупные цветоносы, два цветоноса. Поэтому обязательно буду укрывать. Уже способ у меня есть, стопроцентный, как можно укрыть гортензию крупнолистную. У нас регион Курской области. И теперь с уверенностью могу вам показать, как можно укрыть и не заносить домой. Моя любимица помпанелла. Сейчас вот такое обильное начинается цветение, потому что очень много бутонов на одном побеге. Тоже великолепно она мне помогла, эта роза, в формировании букетов на 1 сентября, потому что хорошо держит побег и множество бутонов, как будто бы целый букетик уже на одном побеге, друзья. Цветет вот такая гвоздичка, мне ее подарила моя приятельница Валентина. Она мне презентовала вот такую белую и красную. Но красная еще только набирает бутончики. К осени цвести вторую волну цветения. Великолепный сорт Сонечка. Это ярко-желтый, как солнышко, крупноцветковый, друзья. Посмотрите, какая прелесть. Очень хорошо он обильно всегда цветет, этот сорт. И ранний. Тоже срезала его на букеты, друзья. В этом году немного подвел меня вот этот сорт. Называется Сюзанна. Только сейчас начали проявляться розовые цветочки, потому что многие из вас прислали фото, кто заказывал сорт Сюзанна. Сомневаются в сорте. Показывали вот такие белые цветоносы. Друзья, видимо, в этом году влияет погода, потому что на 1 сентября, когда я раньше формировала букет, они были очень яркие, вот такие с розовыми полосами, и смотрелся цветок намного лучше, допустим, чем в этом сезоне. В этом сезоне, во-первых, они начали расцветать и снизу уже стали желтеть вот так. То есть от того, наверное, что стояла очень жаркая погода в нашем регионе Курской области, да и в других регионах я посмотрела. Поэтому в этом году Сюзанна не показала себя тем сортом, которым она должна быть. Цветет миотида. Тоже куст не целый. Цветение было. И побеги я, конечно же, обрывала на букеты. Заканчивает свое цветение почти что сорт хризантемы вересневый бисер. Очень красивый сорт. Мне очень нравится. Но в этом году это самый первый сорт, который показал свое цветение. Самый ранний в этом сезоне. Зацветают новые сорта хризантемы. У меня в первый год. Отдельная тема будет по всем сортам хризантемы. В самое ближайшее время обязательно вам покажу, какие сорта цветут на данный момент. Продолжает цвести гортензия первогодка. Этот сорт называется белый медведь. Тоже все побеги с цветоносами ушли на букеты, друзья. Поэтому он сейчас вот такой небольшой и скудный. Цветет хризантема под названием желтая Москва, то есть есть белая Москва, а вот эта красавица под названием желтая Москва. Очень красивый сорт, он невысокий, достигает 50-60 сантиметров, зацветает рано, и цветок крупный, хорошо зимует. Красавец молочай украшает мой участок. Он у меня тоже в первый год, я его увидела первый раз у моей учительницы Валентины Ивановны.
И мне тоже очень понравился, как необычно он цветет. Называется «Невеста». Много было циний, но сейчас их очень мало. Тоже я добавляла их в букеты. Это великолепный цветок, который хорошо стоит, не вянет долго. Есть очень много оттенок у цинии, и белые, и желтые, и розовые. То есть у меня было очень много оттенков, но все пошли на букетики, друзья. Вот так цветет хоста. Мне этот сорт очень нравится. Хоста тоже у меня много. Но вот белая с белыми цветоносами, я ее точно так же, друзья, добавляла в букет. И великолепное было сочетание с другими цветами. Здесь рядышком очиток. Он только начинает зацветать, то есть из зеленых необычных цветоносов начинает проявлять свой розовый оттенок. Рядышком у меня абриета. В этом году вот такая она на начало сентября. После того, как они цвели весной, я сделала обрезку. Сейчас пока что нарастают. В этом году очень хороший был урожай, как на помидоры, на перец, огурцы. То есть все очень хорошо плодоносило. Великолепный урожай. Я вам снимала свои огурцы, свои помидоры. Семена на овощные культуры, как и на цветочные, я буду заказывать в интернет-магазине opt6.ru, потому что я считаю, что лучше купить хорошие семена, посеять и вырастить меньше растений, получить великолепный результат, чем мы сажаем много растений, получаем небольшое количество урожая. Ссылочку, где можно заказать семена на интернет-магазин opt6.ru, я обязательно оставлю под этим видео. Проходите по ссылочке. Там можно заказать не только овощные культуры, но и также цветочные виды различных растений, как однолетников, двухлетников, многолетников. Все по вашему вкусу. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, мира, всех благ. И до новых встреч, друзья. До новых интересных видео. Всем пока-пока.